14 февраля. День соблазнил уже трех красоток. Взялся за четвертую. Сижу в ожидании чуда. Один. Познакомился с девушкой, предложил единица. Я согласился. После приятного времяпрепровождения оказалось, что она ведьма. Мне всегда хотел. Сбежал от греха подальше. Лег спать. 15 февраля. Утро. Весьма ошарашен происходящим. Найду эту ведьму и вырву ее сердце. Вот кто бы еще научил колготки надевать? И как женщины всю жизнь это делают? Все, накопил стресс. Пойду в душ, потом поем, потом найду ведьму. Дин, как всегда, еще крикнет. Господи, ну и приснится же такое. Фу. Дин, что случилось? Вау, я, видимо, не плохо провел с тобой эту ночь. Дин, это я. Точно. Джессика, Мари, Кейт, Берон, Сэм. Замечательное имя. Меня так правда зовут. Дин, это я. Я понял. А Сэм, я что, опять его где-то забыл? Сэм. Дин, мне так хочется тебе кое-что сказать, но лучше я тебе это скажу. Я сейчас сяду, усну, а когда проснусь, снова буду с тобой. Это не сон. Это проделки Гавриила. Ну я этому фокуснику поотрываю все его колокольчики. Вот именно. А потом я отобью ему пушку и засуну его в багажник. А после этого я болею его святым маслом и сошлю. Но это не Гавриил. Обратно. Не попросишь.
Ты что, адрес забыл? Попросим, попросим. Пойдешь на поклон как миг? Даже нет, не пойдешь. Побежишь. Да я уже ходил. И почему же без результата? Почему? Результат есть. Мы такие навсегда. Благодаря низко сквозь моя выслуха. Теперь я могу проводить с тобой каждую ночь, Сэм. Может, хватит, заткнись, Сэм. Лучше подумай, как нам обратно в себя превратиться. Всему деянию нас не учила, Лёс. Что значит не учи? Мне что, всю жизнь блондинкой быть? Смотри, ни груди, ни попы, как дальше пожить? Ну, хочешь, платье подойду. Сам носи, Кэрри. И вообще, почему Сэм такой симпатичный полупил? А я, может, тоже грудь хочу. Стань извращение. И вообще, я всегда был хорош с тобой. Вот скажи, Милыч, вот тебя теперь как звать будут? Дина, да? А меня как? Сэма? Не плачь. Совсем уже опарился, ну. Да я не за себя плачу. За кого? За тебя. Ты такой страшный, не получила. Так, хватит. Вот просто так и сядь. Чего издеваешься? Дурные вести я принес. Совет Архангел сказал, что выход есть. Ну уже, говори, не дави! Гектара съем за час придется вам скопать. А я пока у Бога разузнаю, где на поле дома. Ведьма спрятала мешочек от нас, но не сказали, где имя. Сэр, лопаты. Спустя час. Вы все поле перерыли, руки до локтей стерли, но ничего не нашли. Ошибся я. Мешочек был зарыт на соседнем поле. На час и стер. Придется дьёрни остаться вам наверх. А теперь пчеловод там все беги! Дин! И что там теперь делать, Сэм? Как что? Ресницы красить по утрам. Thank you.